Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня поиграем в Shostrecoin Dreadlands. И у меня задание: убейте боевиков Сантеры, никто не должен уйти. Довольно сложное, уже пятая или шестая попытка у меня. Вот сюда нам надо, ребята, добраться. Но пешком я, наверное, туда не пойду. Я захвачу вертолет и... Да, и на нем туда доберусь. Почему бы и нет? Надеюсь, у нас здесь все пройдет тихо и без шума. Мы с какой-то деревеньки начинаем. Рыбацкой, по ходу дела. Ну, да не суть. Самое главное — добраться до вертолетика. Здесь может быть информация. Черт, подери. Юг, поиск картеля. Вон там, у груды покрышек. Понятно, вижу. Надо мне на него посмотреть. Ну-ка глянем-ка, что там за солдат картеля, где он находится. Ага, он за зданием получается, ясно. Иди ты отсюда, коробка. Бухой, что ли, там, распелся он песни. Блин, что я не могу залезть, а все отлично, все нормально. Блин, здесь не подняться, надо вот отсюда. Отличненько. Здесь у нас медалька еще где-то. Тут медаль картеля. Какой-то бандит расстроится из-за пропажи. Так, медаль надо забрать обязательно. Так, вижу я его. Вон он ходит. Вау-вау-вау, палит меня. Блин, а почему я не могу запалить его? Он на стреме, ребят, смотрите. Так, дай медаль. Черт, тебя подери, опять он меня палит. Что делать? Давайте, наверное, отсюда сдуем. Нам все равно его не достать. И попробуем вот здесь посмотреть. Блин, он под окном стоит. Такое впечатление, что он хочет зайти в здание. Блин, не просматривается, к сожалению. Тут у меня боевик с ПП. Прямо у груды покрышек. Еще не легче, блин. С ППшкой. Иду на позицию. Вижу цель. Так, отлично. Тихо, тихо, тихо. Их там уже двое. Срисуют назад. Да я и так понял, что срисуют. Где они? Куда ушли-то? Блин, по-моему, сюда направляется, да? Ну что же, давайте тогда подождем, наверное. Тут отряд боевиков. У груды покрышек. Да я уже понял, они меня пасут. Черт, хотел как можно тише сделать. По ходу дела, хотя они уходят. Да, так что все нормуль. Ясно, выдвигаюсь, вижу цель. Так, погоди, 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 не надо меня. Блин, а вот теперь они меня пропалили. Идут сюда. Ну чё ж, будем готовы к бою. Акаялю, акаялю. Блин, жалко, у меня на этот, на акашку нету глушака. Вертушка единственная на подлете. Скажи, куда смотреть. Блин, еще и вертушки здесь не хватало, а? Тем более единство. А, ребята, это, скажем так, местные власти. Копы. Не вижу цель. Все готово, жду указаний. Я вижу, там еще одна цель впереди, да? Ну-ка. Сносить его надо. С этим мы разобрались. Назад, тебя заметили. Хреново, что меня заметили. Так, ну пока вроде тихо. Сирены нету. Блин, а чё я не могу перепрыгнуть-то? Жесть, тихо. Блин, не могу. Не видно. Йо, боевик с ПП.
я боевик с ПП, блин, мне нужно вертолет взять. Я тут рассусоливаюсь с этими гаднюками. Ясно, выхожу. Все, отлично. Мы его взяли. На мушку. Ясно, цель отмечена. Еще один стоит, я смотрю, там, да? Возле вертолетика. Летит птичка единства, берегись. Да понятно, что птичка летит. У нас пока здесь без шума, без кипиша. Так что эта птичка улетит обратно. Так же, как и прилетела. Я офигею, такой маленький бордюр, он не может через него перепрыгнуть, блин. Слушай, ты там задолбала меня уже звать там свою Олю. Оля, Оля, блин, уже... Вот он. Черт. Ну что, я думаю, делаем, ребята, последний рывок. Так, что тут? Снаряжение надо глянуть. Что у меня вообще тут есть? Осколочная граната. Так, мины. Сколько у меня мин? 4 штуки. Это хорошо. И С4, да? Тоже есть 2 штучки. Хорошо. Снайперка, автомат. АК-47. Пистолет с глушителем. Светошумовой нету. Приманочка есть, 3 штуки. Ну, ими я пользоваться сейчас не буду. А вот то, что мина, это хорошо. Она мне понадобится на задании. В общем, нечего здесь больше смотреть. Надо идти. Вертолет нас ждет. Да замолчи ты там со своей Олей. Оля, Оля ей, блин, достала, в самом деле. Так, приманочка, да? С4, 2 штучки. Нажмите G. И потом G это подорвать. Мне нужны мины. Ну что, на выход, ребята? Как ты достала, а? Со своей Олей. Нет здесь Оли! А, вон он стоит, гад. Стоит, гаденыш. Давайте его убирать. Заметил еще одну цель. Нет его. Понятно, нет. Я только что снес башню ему. Ну-ка, а тут тихо у нас или нет? У, вот он, родной, стоит мой. Ждет меня. Я сажусь. И полетели. Я за штурвал. Какое назад? Уже некуда отступать. Все, я лечу. Давайте, ребята. А, вы уже здесь. Малорики. Все, полетели на точку. Прощай, деревушечка. Я буду по тебе скучать. Блин, да тут такое расстояние. Можно было бы, в принципе, и добежать. Больше вертолет добывал. Так, ребят, короче, вот эти вот желтые точки, это и есть боевики Сантеры. Представьте, сколько их здесь. Мне нужно каждого убить, чтобы никто не убежал отсюда. В этом, в принципе, и заключается вся сложность задания. Ладно, надо приземляться. Ну и приступать к моим действиям. Да, кстати, также нельзя, чтобы они меня заметили. Если заметят, поднимется кипиш. И все побегут кто куда. Ну, я думаю, в принципе, вот здесь вот нормально будет, да? Тихо, 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 не разбей мне вертолет. Ну что же, вот мы и прибыли. Шикарно живут ребята, ничего не скажешь. Куда бы мне спрятаться? Вот что я думаю. Давайте посмотрим, что здесь у них. Вижу цель, но рядом гражданские. Это плохо. Хотя я уже... Кто? Не понял, а кто меня пропалил-то? Ах ты, елки-палки, вот это вот тачка. Оказывается, там бандосы были. Ладно. Не по себе. Хорошо, хоть проехали мимо. Без стрельбы. Блин, я вот думаю, знаете что, они же там... Вижу одного наркодилера. У здания. Они же будут уезжать на машинах. Надо сюда поставить мину. Вот ага, так. Тут будет мина.
Никто не уедет. Ой, ё-моё, а ты-то куда лезешь, блин? Это же обычный транспорт. Ёлки-палки, какого лешего ты... Ты что творишь? Штатских убиваешь? У нас другая задача. Взрыв привлёк их внимание. Да я-то откуда знал, что тут просто тачки ездили? Я думал, бандосы только гоняют. Ё-моё, вот это я натворил дело. Ну хорошо, пока без кипиша. Вот эти временные казармы. На вид они злобные. Думаю, личные охранники Сантеры одни из лучших в Санта-Бланке. Их тут целая толпа. Что, зассали? Я лично нет. Осторожней с гражданскими. Не подстрели никого, пошелься внимательно. Эй, здесь боец картеля. Возле здания. Да их тут до хрена, этих бойцов. Блин, я даже не знаю, с кого и начать-то, а? Ребят, вся суть в том, что если я кого-нибудь убью и другие пропалят, начнется беготня. Надо метить. Иду на позицию. Так, одного пометили. Нужна позиция получше. Все, я на вас надеюсь, ребята, вижу, что вы займете позиции и... Стрельбе готов. Отлично, один готов. Блин, кого? Надо быстро их. Чпок-чпок и все. Этого что ли? Блин, тот пропалит, который наверху на лестнице. Но если я его успею... Это мой шанс. Давай, давай, давай. Отлично, отлично, ребята. Вроде чё... обошлось. Чё, пропалили, что ли, ё-моё? Или нет? Ё, боец картеля. Так, по-моему, все тихо. Хорошо было сработано. Продолжаем нашу... операцию. Ну куда ты лезешь-то, а? Бинго. Так, осталось четверо, по крайней мере, здесь. Пропалил, да? Собака, ну-ка. Все, началась, ребята, кипишня. Да что там такое, не могу понять. А, он спрятался, гад. Гнида получил. Так, осталось трое. Четверо, блин. Их лейтенант убегает. А вот это уже хреново, ребята, надо его срочно ловить. Блин, они сейчас на тачке будут разъезжать все. Не уйдешь, гаденыш. Так, я перехватываю, короче. Получи, амиго. Здорово просто, блин, давай быстрее, хиляйте меня. Черт, пока он не убежал. Че мне остается? Мне остается только устроить погоню. Да елки-палки, руль не с этой стороны. Пристегнитесь. Все, ребята, я поехал. Опа, он назад что-то едет с какого-то перепуга. Огонь. Они идут прямо на нас. Что будем делать, босс? А че это он так быстро взорвался-то? Мертвый? Мертвый. Так, ребят, ладно. У нас еще, я смотрю, один там есть. Даже двое их здесь. Огонь, ребята, огонь! Огонь, огонь, огонь! Есть. Все, молодцы, круто сработали. Ну, Боуман, ты где? Боуман, только что у нас была перестрелка с боевиками в СП. Погоди-ка. Я не понял, какого лешего за нами эти-то увязались? Копы? Еще не легче. Что у нас была перестрелка с боевиками в Эспириту Санта? Не зачехляйте пушки. Высылаю координаты лагеря Санта-Бланки неподалеку. Молодец, Боуман, спасибо тебе, обрадовал ты меня, а? Ладно, ребята, подготовились. У нас еще есть одно задание. Сейчас мы туда прибудем. Так, 400 метров осталось. Ага, опять очередная, блин, сборка ихняя. А, тут их тоже немало. Ну а что, никуда не деться, ребят. Придется выполнять это задание. Давайте машину где-нибудь здесь в лесочке оставим. Чтобы никто ничего не пропалил. Что там еще за взрывы? Блин, кстати, тихо, бандосы едут. Замерли. Все, нам повезло. Без кипиша все было. Пойдемте.
Ну, цель вам ясна. Также их всех нужно мне ликвидировать. Вот это крест. Чем-то напоминает долину павших в Испании. Мемориал погибшим в гражданской войне. Надо отдать мечтателю должное. На него работают неплохие архитекторы и инженеры. Да уж, с этим не поспоришь. Устроили они мне здесь, а? Так, раз, два, три. Ё-моё, дофига тут целей. Надеюсь, что у нас здесь все пройдет так же хорошо, как и при первой разборке. Так, ну что, я вижу лысого. Остальные вроде не просматриваются. Нет, еще один там на выходе. Итого двое. Так, трое, троих вижу. Святилище святой смерти. Есть еще одна цель. Так, раз. Есть третья цель. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Тихо, без кипиша. Сейчас займу позицию. Ясно. Цель получена. Так, один. Жду сигнала. Один на мушке, второй тоже, да? Значит, давайте я вон того дальнего буду сносить, и вы уже синхронно этих двух положите. Так, потихоньку. Тут один боевик. Возле здания. Да понятно все. Тихо. Отлично. Блин, а все-таки заметили, а? Как вовремя, елки-палки. Вот надо было в данный момент закончиться патроном. Фак. Он куда бежит? Их лейтенант убегает. Блин, он к тачке бежит. Ну уж нет. Черт. Сука, мать твою. Дерьмище. Ложь, твои дела, да и все. Надо было добить его. Ё-моё, кипишняк-то. Это нормально, это простая машина. Как говорится, бью вслепую. Вот так вот. Вот этот не просматривается, гад. Раз, два, три, трое осталось. Ясно, выхожу. Мне нужен хороший обзор. Так давай иди, ищи обзор хороший, ёлки-палки. Чё стоишь, сопли жуёшь? Цель отмечена. Убрали? Молодцы. Ну что, остался один, последний, ребят. У меня есть цель. На-ка. Задание выполнено, отлично. Отлично, зачищаем и уходим. А чё тут защищать? Мы уже все. Вот так, дрались до последнего. Думаю, слово «сдаюсь» они просто не знают. Ну что же нам остается тогда сделать? Это кто у нас? А, ребятушки, здесь у меня повстанцы стоят. Вот они-то, наверное, как раз и не давали им отсюда смыться на машинах. Ну что ж, хорошо. И теперь нам нужно выбрать очередное задание. Куда вот только рвануть, я не знаю. Там все слишком далеко. Неизвестная локация, да? Здесь мы не были еще. Дом паломников. Давайте, наверное, сюда сходим. В алтарь истины. Я смотрю, там лежит медаль. Она не будет лишней. Заткнись ты радио, хреново. Тут, в принципе, недалеко, так что мы никогда едем. Так, диджей попугай, заглохни, ты уже надоел. А вот и мечтатель у нас заболтал. Ну что же, вот мы и прибыли. Тихо, это еще что? Приготовиться, огонь! Принято, вступаем в бой! Давай, бомби! Отлично. Кто там у нас еще? В лесу, что они тут ныкались-то? А, ну это понял я, они же возле алтаря. Ну что, зачистили? Молодцы.
Я, в принципе, сюда еду только ради медали. Вот и она. Забираем. Так, отличненько. Ё-моё, блин, проглядел. Ну что же, ребята, на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, вы хотите продолжение, пишите в комментариях, и я буду играть в эту игру. Ну, а так, с чувством выполненного долга, можно идти и отдыхать. Правда? В общем, все. Всем пока, удачи, до новых видосиков, ребята.